Всем привет, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала. Всем привет! Ходила в магазин. Сегодня в Дикси вот эта вода дешевая, 31 рубль, 1,5 литра. Газированная, я люблю газированную. Купила, знаете сколько? 4 бутылки. Думала по дороге рожу, подождите, Ой! Так, сейчас я вам расскажу за свои покупочки. Что-то у меня пустой холодильник. Так, я купила баклажанов 3 штуки. Буду овощная диета. Диета. Снова, девочки, диета. У Васи диеты нет, поэтому я ему купила 4 шебы. Ничего не видно вам? 4 шебы купила уточку. Так, потом купила сыр Натура 400 грамм. Купила масло, это мое любимое масло, девочки, обратите внимание, это масло самое вкусное. Это я вам как бывший продавец гастрономического отдела говорю. Так, купила 2 бананчика, может сделаю тортик ПП, может так съем, не знаю. Ой, думала надорвусь, купила хлебушка, какой-то хлеб бурже датский, вот такой хлеб темный. Не знаю, девочки, какой хлеб. Купила 2 кабачка. Сейчас чуть-чуть себе потушу. Вот, огурчиков маленько взяла. Помидоры что-то дешевые. Ну, я таких прям миленьких купила. Не знаю, цены. Где-то вроде чек себе кидала. Сейчас, если найду, то скажу, почем. Что почем? Не скажу, не знаю, куда делать. Ну, вот такие помидоры, одно название. Но я люблю такие. Вот такие сливовидные, хорошие помидорочки. Чуть-чуть купила. Вот, купила 1 тыковку. С овощами. Купила себе вот таких вот нектаринчиков. По 159, что ли. Потом купила 2 перчины. Что-то я всего набрала сегодня. Творожок 109 рублей, вот этот Данта 5%. Сметану купила, показала я вам. И 2 десятка яиц по 54 рубля, первый сорт. Отдала 1400. Ну, нормально, что жаловаться-то? Нормально, живем хорошо. Живем отлично. Что Васечка пришел? Вася знает, что мама ему купила. Давай, давай девочкам покажу тебе. Ой! Тяжелый такой ботенок мой. Че ты легенький стал, Вась? Я сегодня ковер лазила, чистила его волосы. Никакие не берут пылесосы. Стоит 8 пылесосов и 1 Васек. Хорошенький такой, знаете? Такой мягенький. Ну что ты цепляешься-то? Господи. Фу. Вот до чего не ручной он, так это прямо шерсть сбрасывать начинает. В общем, буду готовить, включусь, девочки, покажу. Наверное, сделаю 1 картошечку туда пихну, 1 баклажанчик, 1 кабачок. В общем, всего напихаю, побольше луку, специй. Наверное, даже без мяса буду делать. А курицу сделаю отдельно, и будет у меня такое питание. Вот, я 3 дня, слава богу, выдержала. После 6 я не ем. Так что от весов, конечно, не жду, но жир горит. Чувствую, что вот это вот все, требуха уходит. Так что, девочки, равняйтесь на меня. Водички попьем. Сейчас встретила соседку, она смеется надо мной. Ты, говорит, одна живешь? Что ж ты там все носишь? Куда же ты это все носишь? Я говорю, ну вот такая, люди разные. Кто-то сидит на хлебе, кто-то сидит на крупе. Кто как экономит. Я не хожу, потом как закуплю, приготовлю, потом все выбрасываю. Ну вот такой едок. Вот все хочется мне свежее. Надо готовить на 1 раз и все. Вот, новостей у меня сегодня нет. У нас пасмурная, сразу такая погода. В общем, сейчас покажу вам, что творится с моими цветами. Конечно, Ашану бы надо, вот, ни одного, все листья сбросил. Цветок вот так хереет, все, мне кажется, мне его не выкохать.
Все так цветы, все листья, все посбрасывали. Я и приправой, и отравой, и чем только я его не поливала и не кормила. Не, все эти тиктоки, что там можно, там же в тиктоке. На, смотри, на, козявка, на, смотри. Вот, все тиктоки и все, что показывают там. Ой, быстро вот так взял, положил в губочку, размножил. Чепуха это все, я не верю. Я вам попробовала, я отрезала эти цветоносы и посадила в губку. В губку я присыпку какую-то сделала, приправу, типа для корневища, там еще что-то. Ну, они как стояли, они засохнут и все. Все это чепуха, это все обман зрения называется. Я не верю никому. Ну, ладно, девочки, встретимся, когда я начну готовить. А пока на этом все. Не прощаюсь.